Всем привет, друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey, и мы взяли задание встретиться с наемницей, с пираткой, там, короче, какая-то она супер-пупер знакомая подруги Перикла. Короче, ее зовут Ксения, и находится она вот здесь. Сейчас покажу. А вот на этом острове, Кеос, по-моему, да? По-моему, Кеос. Итак, нам нужно с ней встретиться. И очень хорошо, что мы здесь разблокировали точку перемещения быстро. Я сюда быстренько переместился. И прям под точкой перемещения находится как раз-таки она. Ну что, надо спрыгнуть, наверное, и отправиться к ней навстречу. О, медведь уже здесь. Да, я медведя там на острове приручил. Ну, хер с ним ходит со мной. От него никуда не денешься, понимаешь? Он вместе со мной перемещается. Чё за крики? Опа-на! Вот это номер! Прошу пощады! Так, значит... Охренеть! Пощады? Вот это Ксюша! Не хотел бы я рядом с такой проснуться бы. Она явно очень много ест. Анаболиков. Невольниками мы ставим метки рабов. Отправляем в Аттику и самих продаем в рабство. Ебать, какого она размера. Отсюда. Да, красотка прям. Я думаю, вы работорговцы. А ты кто? Я Хер Алексиус. Пальто. Ну, Алексиус, нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте. Да, конечно, скорее всего, есть. Итак, мне нужна информация, я искал встречи с тобой. Ну, по логике вещей, она спрашивает, есть ли причина, чтобы не убить меня. Значит, мы искали встречи с тобой. Я надеялся встретить великого пирата Ксению. Только, блядь, не заигрывай с ней. Видишь, ты умела. Ну, ее в жопу. Но зачем я тебе понадобилась? Хочу заключить сделку. Почему я должна доверять тому, кто пробрался сюда тайком? Да хер его знает. Я искал встречи лицом к лицу. Твои пираты вряд ли позволили бы мне это сделать. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Алексиус. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Так, она моя мать, это неважно, преступница. Нет, если я нажму преступница, я думаю, что она нихера нам не скажет. Она моя мать, да. Она моя мать. Я не видел ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Ну, типа того. Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. То есть ты что-то знаешь? Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Ты явно не обеднеешь. Сколько? 15 тысяч драхм? Да ты гонишь, не обеднеешь. У меня там в кошельке максимум 1000 драхм. Почему цена столь высока? Под моей защитой город и его жители. Я не хочу воевать и сделаю все, чтобы война не настигла нас. Да. Итак, у меня столько денег нет, точно. Столько денег у меня нет. Вот тена. Наемникам не платят? Да, херово платят наемникам, отвечаю. Почему я должен тебе доверять? Я знакома с Мирин. Ты знаешь ее имя? Мирин? Обалдеть, она даже имя знает ее. Обалдеть. Достать деньги будет непросто. У тебя есть корабль и люди. Ты легко найдешь работу на Корисии. И, кстати, в крепости на дальнем конце острова хранится куча денег. Ты позволишь грабить на твоем острове? Не все местные жалуют пиратов. Один из них весьма богат. Если лишить их денег, они не наделают глупостей. Спокойно. Пока ты работаешь на меня, тебя не тронут. Доверишься пирату, все равно отдашь ему денег. Раз нужны деньги, придется искать себе работу.
Ну да, придется искать работу, а как еще-то? Итак, на другом конце острова находится сундук с деньгами. Давай посмотрим, сколько у нас денег вообще. Я же тебе сказал 1000 драхм, но это вообще смешно. А задание, так давай посмотрим, задание, полный сундук драхм. Это мы сейчас спиздим, это вообще легко. Это просто легче некуда. Еще я хотел посмотреть на карту, может быть здесь есть кузнец, потому что у нас есть хлам, который можно продать в принципе. Да, есть кузнец. Я сначала до кузнеца. Так, он где-то попри... Так, это что такое? Остров невезения. А, заплатите Ксении. Да не, нечем пока платить. А, пойдем... Кстати, нам прокачаться бы неплохо бы. А у нас и денег нет. Да это что, блядь, за замкнутый круг? Короче. Предлагаю сгонять на пристань. Всем привет. Обосрались? Теперь, когда меня не пытаются убить, странствовать по острову будет проще. А нас здесь и не пытались убить, потому что мы с тобой здесь забежали быстренько, что-то сделали и отвалили. А вот, кстати, и кузнец. Махач какой-то, ты посмотри. Мы в этом не участвуем только точно. Только лучшие товары. Итак, улучшить. Значит, у нас меч Николаса 23. У нас денег не хватает, это я вижу. Да, хорошо, я понял. Так, что еще тут можно улучшить? Так. Ага. То есть нам, в принципе, нужно улучшить только меч Николаса. Он у нас вообще говенного уровня. Нам бы драхм немножко. А что я предлагаю? Я предлагаю продать к чертовой матери все, что у нас не нужно. Продать. Вот нахера нам эти кинжалы? Продаем, конечно. Я кинжалами не пользуюсь. Поэтому без один оставлю 24 уровня, остальные все продам. Копье. Да тоже нахер в топ. Луки туда же. Это оставлю. Иногда жадность все-таки пересиливает меня. Так, это продадим. Это продадим. Юбку 21 продадим. Сапоги беспонтовые тоже продаем. Продаем. Так, и эти сапоги продаем. Так, что здесь? Сведения о наемнике нет, мы оставим. Так, здесь продать все. Ну продавай быстрее. Чё... Так, продать все. Продать все. 4 драхмы, обалдеть. Я больше бы украл просто так. Это тоже продать все. Отлично. Итак, 12 тысяч, между прочим-то. Мы таскали с собой. Может и ноги продать? И ноги продаем. О, отлично. Так, хорошо. Хорошо. Всего доброго. Тихо, медведя, блядь, не трожьте только моего, ладно? Он нормальный мишка, никого не трогает. Давай подойдем задание, может быть, вот эти все заберем. Что-то беспокоит? Я хотела отыскать сокровище для Ксении, но у меня похитили табличку с ориентирами. Да ты чё? Полагаю, ты хотела бы вернуть ее. Дело в том, что ее украл правитель Каресии, изгнанный Ксенией из города. У них перемирие, пиратам нельзя его нарушать. Тебе повезло, что я не пират. То есть ты поможешь мне? Да хер его знает, помогу, конечно. Перепадет. А, давай. Думаю, я смогу достать табличку. Наконец-то Посейдон послал мне удачу. Куда мне нужно? На ту сторону острова. Табличка в доме правителя. Отнеси ее моему другу в деревню Паеса, что находится неподалеку. Дом правителя рядом с Паесой? Да, к югу от деревни. Где Паеса? На восточном берегу острова Кеос. Все, хорошо, все понятно, табличку. Все ориентиры Ксения получили. Будет рада. Возвращайся скорее. Ксения будет рада. Да я бы тоже обосрался эту Ксению, если бы она была врагом моим. Так, вот еще заданец какой-то. Ну, Миша, отойди, пожалуйста. Я же хочу поговорить с ней. Забрать торговый корабль, дойти до Тиры и обратно. Что тут сложного? Ксении охра пригодилась бы. Лишние деньги не помешают в борьбе с... Можем чем-нибудь помочь?
Да, вы говорили о грузе. Ничего мы не говорили. Ага, да скрытные парни, скрытные. Так, люблю хороший рассказ, выкладывай. Я думаю, что давить на них не стоит. Обожаю интересные истории, особенно с несчастливым концом. Истории про Гатарзиса все такие. Он худший капитан на Кеосе. Так, я хочу найти этот груз, да. Я хочу найти корабль. Ну, тогда я помогу тебе. Будет о чем посплетничать. Что такое охра? О, эта вещь ценна, как золото. Афинине хотят забрать всю охру себе, зазнавшиеся малаки. Где я могу найти корабль? Зная Гатарзиса, где угодно. А, он должен был перехватить груз рядом с островом Лестрис, что к югу от Кеоса. О каком капитане идет речь? Гатарзис, тебе повезло не знать его. Скорее Парфенон удержится на плаву, чем он. Какие, блядь, смешные ребята. Ладно, все ясно, все. Окей. Если найдешь охру, не забудь поделиться да, с нами. Да, конечно, я прям первым делом, друзья, ломая ноги, притащусь поделиться с вами. Естественно. Малаки. Вот вафлы, а. Что такое? Ксения и ее команда постарались. А, кабан. Кабаны, блядь, нападение кабанов. И хотят, чтобы люди молчали. Блядь, нападение кабанов, ты посмотри, на моего мишку кабаны напали. Нужно найти его. Это легкие деньги. С кем ты, блядь, там дерешься? Еще один кабан? Где ты их, блядь, берешь все время? Я не понимаю, Михаил. Прекрати уже. Так, здесь где-то еще одно задание было. Ну-ка. А, вон. Что-то далеко я от него убежал. Я просто предлагаю сразу их забрать, чтобы потом не возвращаться. Зачем это надо? Нет, мы все равно сюда вернемся, когда отдавать будем бабосики. Обалдеть, 15 тысяч драхм придется отдать... этой женщине-переростку, или как ее назвать, я даже не знаю, как ее назвать, какому-то монстру. Монстрелла она. Ладно, давай побазарим. Что надо? Я не шоколада. Вовремя. Все не вовремя. Смотри, какая кераса у него блатная. Работы слишком много, людей слишком мало. А я здесь единственный, кого это заботит. Стой, тебя послала Ксения? Ну а кто же еще? Сказала, тебе нужно помочь. Слава Посейдону. Да, мне его кераса нравится, человек, красивая. Человек, способный помочь. Корабли вторгаются в наши воды. Проверяют нас. Ксения хочет, чтобы все поняли, кому принадлежит эта часть Эгейского моря. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их корабли, например. Тогда все точно поймут. Мы же пираты. Нам нужно заботиться о своем имени. А чем, кроме кровопролития, заставить себя уважать? Действительно. Вы пытаетесь разделаться с соперниками. Что, Кеос слишком мал для всех вас? Если бы мы хотели расширить владения, тебя бы не нанимали. Сами бы справились. Но лучшая защита — это нападение. С этим не поспоришь. Я согласен. Какие корабли топить? Несколько спартанских, несколько афинских и еще парочку пиратских. Охренеть! Как много всех кораблей. Не забывай, топить их нужно под флагом Ксении. Я щедро заплачу, когда все поймут, чьи это владения. Все, хорошо. А значит, мы должны потопить корабли под флагом Ксении. Притом, корабли нужно потопить все, я так понимаю. И афинские, и спартанские. И притом еще и пиратские. Но для начала мы пойдем украдем сундук с казной. Как уже... Где моя лошадь? Да не медведь, а лошадь мне нужна. Как он пишется в углу, короче, пошли за сундуком. Таблички пока я подходить не буду, смысла никакого нет, у нас и так до хрена заданий. Кто-то жаждет веселья. Ну, я думаю, что после того, как мы украдем сундук с сокровищами из крепости, денег у нас хватит, чтобы поговорить с Ксенией и дать ей денег за инфу. Ну, наверное, скорее всего, где-то так. Так, этого не будем трогать. Козла убьем. Шкура. Шкура — это хорошо.
Еще один козел? Давай. Отлично. Так, я вижу дерево. И дерево — это хорошо. Нам нужно много-много денег, потому что нам еще прокачиваться самим нужно, помимо того, что отдать бабло этому, этой женщине переросту. Я даже не знаю, как ее назвать. Это, скорее всего, да хер знает. У меня впечатление от нее просто самое жуткое. Я бы лично не хотел с ней вообще встречаться ни темной, ни светлой ночью, ни днем, ни при свете лампы. Даже, блядь, если будет прожектор на нее светить, я не хочу ее встречать. Очень неприятное у нее лицо, и рост какой-то большой слишком. Мне кажется, если она ночью перевернется, она может раздавить нахер. Так, давай-давай, ищи. Все, ух, ёпта, сколько. Да ты посмотри! Это просто охренеть, сколько здесь солдат, сколько здесь охраны. Ну что тебе не нравится-то? А, все, да? Надеюсь, что все мы посмотрели. Ну-ка, давай еще раз. А, нет, не все. Ты понял? То есть вот так вот, не все. Еще один. Сейчас с другой стороны зайду. И еще чуть-чуть посмотрю. Так, по-моему, все тихо. В Багдаде все спокойно, друзья. Блять, медведя придется, наверное, отпустить. Он же сейчас за нами будет лезть постоянно. Интересно. Тихо. Похоже, Ксения правит не всем островом. Ну что ты, блять, зачем ты спустился? Нужно было в дырку вот в эту залезть просто, и все. Ёб твою мать, а. Со мной шутки шутит. Да иди посмотри, кто с тобой шутки шутит уже. Что? Блять, медведь, конечно, сзади это. Это что-то с чем-то. То есть это никто. Медведя никто не видит. Отлично. Это хорошо. Так, здесь два малака. Одна малака ушла. Так, с ними мы попозже разберемся, подожди. Вот теперь нужно просто слезть, Алексиус. Что за дела? Так, здесь вот один ходит. Я же могу просто забраться, правильно? О, возвращается. Это хорошо. Ёб твою мать, как он нас так быстро заметил, ты мне скажи, пожалуйста. А, потому что стена-то закруглялась немножко. Да мать вашу за ногу, а? Иди нахер отсюда. Поднял только кипиш. Бля, не дыши мне на ухо. Миша, не дыши. О! Дурачелло, ты же чуть, блядь, не разбился. Ну, вообще, лучше, конечно, чтобы ты сразу разбился. Не пришлось бы тебя убивать. Странно. Да, конечно, странно. Чё ты стоишь-то? Посмотри, кто здесь свистит. Никого. Странно. Странно. Блять, там сзади еще один, что ли? Пиздец. Я надеюсь, этого никто не видел, не слышал. Блин, это вообще, конечно. Проверьте меню снаряжения. Короче, лучше надето есть, чем на вас сейчас. Да ладно, хорош, нормальное снаряжение у меня. Ой.
Все, хорошо. А медведь так и бегает за нами. Это вообще охренеешь. Ну, бог с ним бегает. А самое главное, чтобы его никто не грохнул. Жалко будет Мишку-то. Что, до конца не убью его, да? Блин, да. Можешь спрыгнуть к нему? Не, мне кажется, даже если я спрыгну, я все равно его до конца не убью. А может, убью. А может, хер его знает. А давай попробуем просто, да и все. Малака. Убил я его, короче. Получилось его убить по-тихому. Пойдем с пристанью разберемся. Так, вот здесь вот два пацана спят. Я тебя разорву! Блять, он схватил меч. Блять, он нашего медведя прессует, понимаешь? Ух, как напряженно все, друзья. Ладно, пошли дальше. Так, эти пусть стоят, наверное. А может убрать одного? Не, пойдем вот с этим разберемся. Сейчас я его пиздану просто, чтобы он в воду упал. И добьем его стрелами. Отлично. Такой я кипиш здесь навел, и никто этого не слышит. Это обалдеть можно. О, заметил. Я скоро найду его. Надеюсь, ты сюда идешь? Супер. Это замечательно просто. Так. Думаю, кто-то нарочно свистит. Тут еще нарочно медведь, блядь, ходит, ты понимаешь? А, это заключенные. Валите отсюда. Пиздец, сколько мы дел здесь натворили, а? Убивали. Отпустили заключенных. Мишань, валим здесь пожар. Пожар здесь, пожар. Вали, вали отсюда. О, они все побежали за заключенными. Ты понял? Тихо. Тихонечко. Понятно, им сейчас не до нас вообще. Ну, пока им не до нас. Мы сейчас здесь шороху еще наведем. Мишка, подвинься, блин. Сундук с казной. Планы Афин нарушены. 2000 драхм. Бля, нас спалили, Мишаня. Мишаня, бежим. Что это он там делает? Ебанулся, что ли? Ёб твою мать, хорош трогать моего, блядь, медведя, козлы сраные. Да хорош, блядь. Ладно, кипиш ты кипиш, чё уж. Животное погибло, это плохо. Блядь, всё мимо, ты понимаешь? Это наш шанс! Это ваша, блядь, не шанс, а погибель, я бы сказал. Тихо, тихо, тихо. Да, блядь, нихуя, он прям... Сгори, сука. Так. А вот я там... А, я предводителя убил. Отдай щит.
Пиздык. Не-не-не-не-не-не-не. Вас пиздец как много. Вы что, охренели, что ли? Надо немножко прорядить их. Зажали прям, блядь, сука, в угол. О, хорошо. Так, надо немножко отвалить. Чуть-чуть. Блядь, там наемник идет. Ебать. Иди нахуй. Сдохни! Да хер дождетесь, блядь, чтобы я сдох. Конечно, прячусь. Смотри, блядь, сколько вас. Ой, блядь, кончились стрелы. Это хуёво. А, подожди. Огонь могу... Они, блядь, хотят ещё огонь... Так, сколько здесь? 28 уровень. Чё-то мне кажется, что нужно откупаться, блядь, уже от них. Понимаешь? Я забыл вообще про огонь. У них здесь есть ещё огонь. То сейчас позовут еще кого-нибудь. Не, ну их всех надо помочить 100%. Потому что неинтересно будет дальше ходить. Куда он еще? Ой, блядь. Опа. 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 Смотри внимательно. А я спрятался. Идите нахер быстрее. Так, надо вниз, наверное, спрыгнуть. Кто напал на след, сообщайте. Никого. Не расслабляйся, враг где-то рядом. От нас не уйдет. То есть я его потихонечку убил, да? Это хорошо. Доступно сражение? Да мне сейчас не до сражения вообще. Вот честно. Вообще не до сражения. И нахуй сражение. Тут, короче, за мной головорезы постоянно охотятся. В огромном количестве. Это хорошо, что я вот так вот по-тихому-то их свалил. Так, лук забрал. А что-то нам еще надо здесь сжечь и забрать. Это где-то наверху, кстати. Сейчас я заберу здесь сокровище. А, ну пиздец, как далеко. Я думал, здесь рядышком. Так, а вот этого хренососа-то я могу вырубить? Могу. Так, кто следующий? Опа, идет сюда. Сейчас я его тоже вырублю, нахрен. А куда наемники, кстати, пропали? Хорошо. Потихонечку-то убивать. Очень прям замечательно. Так, а вот этот типок здесь стоит и ничего не знает, да, вообще, что происходит у него здесь на острове. Ударился сильно. Бля, не сильно. Ого.
Да ты вообще уже озверел. Иди нахер отсюда. Бля, ты понял? Сильный малый. Так, еще один минус. И вон тот еще остался. И, по-моему, все. Наемники все свалили меня искать в другую сторону. Так, показать цели в области. Ага, и сжечь еще надо. Хорошо, сейчас сожгем. Сначала заберем сокровища. Отлично. А что ты на него не хочешь прыгнуть-то? Блять. Ладно, давай. Посразимся, конечно. Какие вообще вопросы-то? О! Давай, выходи сюда на смертный бой. Сука, он с этим. Тоже с луком, да? Нет, ты сейчас еще стрелы, падла, отравишь и будешь меня мочить стрелами. Я не хочу. Я лучше потом это. Соберу немножко дерева. Все, готов. Так, где-то внизу еще надо сжечь припасы армии. Так, да не туда швырну. Кого ты там все время целишься, я не понимаю. Все. Они трупы. Тихо. Надеюсь, меня никто не заметит. Да вот хуй его знает. 25 уровень, между прочим. Давай его грохнем. Потерял щит сразу, скотина. Да еще. Еще это прям вот ты правильно сказал, что ты еще жив. Тебя осталось недолго. Что получили? Поножи какие-то поношенные. Итак, я предлагаю вернуться к Ксении, потому что, по-моему, бабла у нас хватает. 28 тысяч у нас бабла. Отлично. Так, возвращаемся прямо по карте Ксении. Отдаем ей драхмы. Ну и отлично. Где она вообще? А, она там, как где стояла, там и стоит. Ну что, рассказывай, где наша мать? Кого принес попутный ветер? Пиздец, у нее макияж. На, держи свои деньги. Вот, это тебе. Ничто так не услаждает слух, как звон монет. Да уж, я только что отдал 15 тысяч. Теперь говори, когда будут сведения? Я уже все узнала. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде, но потом наши пути разошлись. Да ты чё? О, точно, это Мирин. В том же платье, кстати. То есть платье она после последнего раза-то и не сменила. Кеос, твой дом. У меня есть свой замысел, своя цель. Вдруг ты никогда не найдешь то, что... Сидит она огромная. Я не устану искать. Ты умелый пират. А ты замечательный друг. Помни меня. Я вот думаю, может она пиздит просто, а? Ты знаешь, где она? Собрала команду и уплыла на юго-восток. Так. Как вы вообще с ней познакомились-то? Кеос далеко от Спарты. Как вы встретились? В море. Давно. Она дала мне надежду. Я ей свободу. Вместе мы были непобедимы. Как же она стала пиратом? Она из тех, кто всегда доводит задуманное до конца. Ну ни хрена себе у тебя родители, Алексиус. Не, ну она, этот приемный его, значит, для этого волк. А она-то родная получается? Может, она тоже приемная? Она была пиратом? Вернее, наоборот, это Алексиус приемный у них. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль. Она знала толк в пиратском деле. С
пират-политик. С тех пор я о ней ничего не слышала. Ничего не меняется. Бандос-пират, вернее, пират-бандос и политик. Да. Спасибо, я... Запомни, важно не место, а люди. Если ничего не найдешь, всегда можешь вернуться к нам. Да нет, спасибо, мне и так, блядь, страшно мимо тебя ходить. А что-то я в памперсе не хочу постоянно ходить. Наверняка кто-то знает это имя. Итак, остров невезения выполнено, друзья. 8000 опыта получили мы. У нас еще остались кое-какие даже драхмочки, ты представляешь? Я что предлагаю? Я предлагаю прокачать оружие. Да, так, подвинусь нахер отсюда. А то я сейчас позову Ксюшу, не трогать меня, блядь. Пожалуюсь, пойду к Ксюше, не трожь меня, падла. Она придет, сожрет вас прям, лицо все обглодает вам нахер. Так, подвинулся. Давай посмотрим, может быть у нас есть какое-то снаряжение легендарное появилось. Не знаю откуда, конечно, но вдруг оно просто вот нечаянно просто появилось и все. Так, нет, здесь не появилось. А здесь у нас есть, мы им довольны. Эти вот крутые поножи с мордами. Но нафиг. А что они дают, кстати? Огня. Да ну, это все это лабуда. Так, а что у нас здесь? Дин-дин-дин-дин-дин. Ничего интересного. Понял? Здесь что интересного? Ничего. А, ну как ничего? Всякого говна, которое, в принципе-то, можно и попродавать, поразбирать. Так, ладно. Допустим. Прошу. Прошу. Улучшать будем сейчас. Че прошу? Прошу, не прошу, а улучшаться надо. Ни хера себе улучшение, сколько денег стоит. Вот, например, давай шлем сначала улучшим. 26 уровень, отлично. Так, вот эту херню улучшим. Бля, сейчас уже 26 закончится. Обалдеть, как быстро уровни прокачиваются. Так, на это денег хватит. Хватит. Эти голубые я не хочу одевать. Так, 26-й, 26-й уровень. Прокачиваем, а что делать? Потом это будет просто втридорого стоить, и надо будет копить деньги. Не, я на это не согласен. Пока по 700 колобашиков нормально все. Так. Что-то еще не прокачал же, да? А, вот самое дорогое, оружие прокачать. Так, значит, лук прокачиваем. Сейчас, блядь, шкуры кончатся. Пиздец, я шкур столько потратил. А, не, хватает все. Пока еще все хватает. И что-то еще не прокачанное. Да. А здесь нужно, короче, нам... Ой, сколько у нас не хватает. У нас не хватает шкур. Почти 100 штук. И железа не хватает почти тоже 100 штук. Давай посмотрим, может быть, у него можно прикупить все по сотне. Да не, у него шкур вообще ни о чем. Обсидиановое стекло можно прикупить. Тоже, в принципе, не надо. Хотя можно, да. Давай прикупим у него стекла. Ну, на полторашку. Вот так вот. Стекла прикупим. Шкуры по двадцатке заберем все. Да, и шкуру заберем. Все, отлично. Это хорошо. Так, здесь же что-то можно еще продать. Да. Да не, продавать я не буду. Можно что-то разобрать. Давай попробуем разобрать, может быть. Хотя мы столько не насобираем. 100%. Ладно, давай посмотрим, что у нас с заданиями. Исчезнувшая краска. Мы не воры. Под пиратским флагом. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, способности. Кстати, о способностях. Что бы нам улучшить? Удерживайте R2, чтобы усилить атаку. Ебать. Ну ни хрена себе. R2 улучшить можно, да? Давай ее улучшим, а что делать? Так, так. А здесь уже уровни копья Леонида 5, а у нас 4. Ну и замечательно. Так, что-то на корабле появилось, смотри-ка. А, это под флагом Ксении. Флаг Ксении появился. Можно нанять второго чувачка. Нанимаем сразу. А можно и третьего добавить. Ну-ка. А кого третьего? Да вот эту и назначим.
Все, у нас трое назначенных. Это хорошо. А что в корабле можно улучшить? У нас, по-моему, вообще... Подожди, копья можно улучшить. На это у нас не хватает, на это у нас тоже не хватает. На это тоже не хватает, на это тоже, на это тоже. То есть можно копья улучшить. Давай улучшим, пока бабки есть и ресурсы. Потом просто будет жалко на это, на все. Проявились какие-то наемники. Какие-то наемники, да. Так, 24-й Гигея, гордая грива. Че от нее получим? Лук говно. Понял. Этот дохлый уже валяется. Все. Больше из наемников никого новеньких нет. И это хорошо. Итак, друзья, я предлагаю на самом деле на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.